Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чи легко знайти своє місце під сонцем, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Я дуже люблю свою роботу. Я працюю вже в училищі більше 15 років. Много дітей випустила, много чому їх навчила. В начале учебного года, в конце, когда выпускаем детей, мы всегда подчеркиваем, дети, вы наши самые лучшие, вы наше будущее. Можно быть успешным здесь у себя в стране, можно быть востребованным и можно развиваться в собственной стране. Главная цель, но цель должна быть реальной и следовать к ней. Если у человека есть цель, он обязательно чего-то в жизни добьется. Главное, наверное, не сдаваться, главное стремиться, пробовать. Если что-нибудь не получилось, попробовать еще раз. Сьогодні, друзі, ми познайомимо вас з людьми, які впевнено дивляться у майбутнє, комфортно почуваються у сьогоденні і готові ділитися своїм секретом успіху. Господа, если вы уныли духом, если вы не знаете, с чего начать, если вы опустили руки и жизнь кажется вам неудавшейся, не спешите впадать в отчаяние, потому что наши сегодняшние герои готовы поделиться с вами своими рецептами успеха. Конечно, у каждого этот рецепт свой, но кое-что, я уверена, вы сможете взять для себя. Идемте знакомиться с нашими героями. Итак, друзья, мы идем знакомиться с нашими героями. Они нас уже ждут, и они ждут для того, чтобы поделиться с вами своими рецептами успешной жизни. Господа, здравствуйте. Мы очень рады, что вы собрались здесь, в этом уютном таком заведении. И вот здесь вот, в такой очень уютной атмосфере, мы и побеседуем с нашими героями. Мариночка, итак, будьте добры, проект, о котором мы с вами говорили и в прямом эфире нашего канала, и который вы активно проводите в жизнь, в чем он состоит? Это проект, который реализуется вторая фаза у нас в Николаевской области на протяжении этого года. И он основан на то, чтобы задеять как можно большее количество людей, обучить как можно больше специалистов сферы образования, для того, чтобы наша молодежь, наше население Николаевской области не попадало под такое явление, как торговля людьми, не были жертвами этого явления. И это проект реализовывается, в принципе, очень успешно, уже не первый год в Украине. Мы присоединились и хотим, чтобы наша молодежь была более осознанна к выбору своих профессий, осознанно понимала, что такое своя жизнь, и она только в твоих руках. То есть, Мариночка, вот сейчас, вот глядя телезрителям в глаза, вы можете смело и с ответственностью сказать, что счастье за границей искать не стоит. Его можно найти в собственной стране? Его можно найти и нужно искать в собственной стране. А этот проект основан на то, чтобы не искать где-то этого счастья, а что можно быть успешным здесь у себя в стране, можно быть востребованным и можно развиваться в собственной стране. А наши сегодняшние герои расскажут нам о том, как это сделать. И бытует мнение, да, что можно быть успешным в Украине только по какому-то блату, только за деньги каких-то сверхвозможностей, имея какое-то очень образование высшее, Оксфорд или еще чего-то, но это не так. Можно закончить профессионально-техническое образование и быть успешным, реализоваться и быть достойным гражданином своей страны. И сейчас, друзья мои, мы вас познакомим с нашими героями, и я думаю, что целесообразно начать с девушки, которую зовут Любовь. Она готова поделиться с вами не только своим успехом, успешной жизни, но и своей любовью. Любовь, здравствуйте. Мы очень рады, что вы согласились, и спасибо вам, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Вы такая красивая, вы такая, ну, просто обворожительная и обаятельная. И сегодня красивые девушки считают, что места им в своей стране нет, но не может страна оценить ни их красоты, ни их умения. Будьте добры, опровергните. Ну, смотрите, меня зовут Любовь.
Я приехала из села Шевченково, это Жопневый район. Я закончила Шевченковскую школу, как бы жила с бабушкой, как бы помощи мне никакой не было. И я вот решила пойти учиться. Пошла учиться в Надбузский лицей, где благодаря моим учителям дали хороший опыт, благодаря тому, где я сейчас и работаю. Как бы они меня развивали, дали понять, что мне конкретно это нужно. И вот я пошла по профессии повар-официант, а только с официанта я уже выросла немножко выше. Стала администратором, и мне приятно на самом-то деле находиться в нашей стране, работать на такой вот должности. Как бы благодарна даже вот стране, что все-таки даже есть вот такая профессия, которая все-таки дает вот дальше развиваться. И в общем, мне нравится все, я работаю, я счастлива, спасибо. Любовь, вы знаете, сегодня как-то многие унывают очень сильно духом по вполне понятным причинам. Многие не могут себя найти, потому что хочется и туда, и туда, и туда. Что вы можете посоветовать своим сверстникам? Да, кроме того, что, ну вот хорошо, что вы попали в нужное место, вас окружили хорошие люди. Но бывает, человек вот бьется, но куда он не сунется, но ничего не получается. И у человека наступает уныние, потом отчаяние, и он ничего не хочет. И вот, как говорила Марина, может все бросить, уехать куда-то за границу и там попасть в беду. Это очень опасное состояние. Как его избегать? Будьте добры. Мне кажется, что вы владеете этим секретом, Любовь. Вот хочу вам сказать, что главное, наверное, не сдаваться. Главное стремиться, пробовать. Если что-нибудь не получилось, попробовать еще раз. Если, например, хотели быть по одному, ну, как бы профессии не удалось это, попробовать другую, как бы развиваться и идти, не стоять на месте. Мне кажется, это вот главное, как бы наша страна достаточно вот дает, чтобы люди оставались и развивались. Ну, я думаю, главное уверенность в себе и уверенность в том, что как бы мы сможем, и мы сможем вот продолжать работать и оставаться, никуда не ехать, чтобы не переживать. И рядом родные, во-первых, то, что они поддержат, и в любом случае будет какая-то поддержка, и будет легче в любом случае здесь остаться и быть уверенным в себе. Вот вы сейчас сказали очень такой главный момент, в чем он заключается? В том, что когда вы закончили лицей, вы поступили работать в бар «Нули» поваром-официантом, да? Нет, я пришла, как бы, я изначально работала тоже очень много, я сразу как, я и училась, и работала, поэтому я стремилась, я проработала много в заведениях, просто вот бар «Нули» дал мне понять о том, что как бы я могу и больше, естественно, поддержка коллектива, они нас развивают. Они дают помощь. Многие молодые люди хотят сразу все. Сразу, если вот я что-то закончил, я хочу сразу быть финансовым директором или президентом, или еще кем-то. Но начинать нужно, господа, постепенно. Да, Любовь? Ну, конечно, постепенно. Ну, это такое, что нужно, я же говорю, стремление и уверенность в том, что все-таки достичь – это все возможно. Как бы дойти к финансовому директору. Моя профессия позволяет развиваться и, возможно, в ближайшее время скоро открою там свое заведение. Это в нем в мечтах, поэтому я на данный момент пока работаю и надеюсь, что вот у меня тоже все вот будет. Вы мечтаете активно, господа. Если даже вы мечтаете, то, пожалуйста, мечтайте активно. И вот сейчас наш следующий герой, Леонид Георгиевич, расскажет, как нужно мечтать активно. Леонид Георгиевич, итак, рассказывайте. Вы мечтаете, но мы знаем, что вы мечтаете активно, и все ваши мечты воплощаются в жизнь. Правильно я говорю? Ну, сказать бы так, чтобы все мечты, они должны быть как бы в меру возможностей своих, потому что мечтать можно о многом, но реализоваться в жизни надо стремиться к тому, что реальное. В своей жизни, вот я сейчас занимаю как бы должность сельского главы Веснянского сельского совета. Вот если взять так лет 10 назад, я даже не мог представить, что я войду в политику, что я буду работать для людей. До этого у меня жизнь была такая разнообразная, я занимался бизнесом. После окончания школы я пошел в 31-е Надбузское тоже училище, его закончил по профессии тракторист машины широкого профиля с правами
экзамены водителя, но мечта была стать юристом. После училища я поступил в Днепропетровскую строительную академию. Ну, 90-е годы сыграли свое, я ее не закончил, время было тяжелое, мне пришлось уйти. С нее я занялся бизнесом. И до 2006 года я занимался разным бизнесом. В 2006 году моя жизнь поменялась. Я в Кривобалке выиграл выборы, стал депутатом. Через два года я уже выиграл выборы, стал председателем сельского совета. И на протяжении 8 лет последующие выборы также выиграл, представлял интересы людей в Кривобалке. И вот в том году я выиграл выборы в Объединенную громаду Веснянского сельского совета. Вот уже 5 месяцев я представляю интересы людей именно Веснянского сельского совета. А вот, Леонид Георгиевич, представлять интересы людей. Вы стоите впереди, а за вами стоит не просто коллектив, а за вами стоят много людей, причем из разных коллективов. И их нужно всех объединить, и всех нужно как-то сдружить. Это значит, что вы должны уметь дружить со всеми, а это очень сложно. Где вы учились дружить со всеми? Ну-ка, расскажите. Ну, вы знаете, первый опыт работы, наверное, получил, или первое общение вот с людьми получил, наверное, в академии. Когда я учился, у меня был хороший товарищ там такой, он меня научил вот с людьми общаться, с людьми договариваться. И в дальнейшем жизни оно мне пригодилось. А основную закалку, конечно, дала моя уже работа в Кривобалке на моей же должности председателя сельского совета. Там волей-неволей приходилось общаться, искать выходы с разных ситуаций. Ситуации бывали разные. Люди – это, наверное, работа с людьми, это, наверное, самая такая сложная работа. Я всегда говорил, проще взять лопату, чего-то там бросать, чем работать и управлять с людьми, потому что тяжело. Сколько людей, столько мнений, поэтому это эмоции, это и судьбы людей. Ну, как-то так сложилось, что пришел к тому, что нашел общий язык уже. С годами пришел опыт, пришло понимание в общении людей, понимание тех людей, которых раньше сложно было понять. Как-то вот так вот опыт дал свое жизненное, скажем так. Леонид Георгиевич, и ваш секрет... Ну, не то, что успешной, не то, что такой стабильной жизни, а просто ваш жизненный секрет, даже не секрет, а вот ваша жизненная кредо. Вы готовы с ним, им поделиться, с нашими телезрителями? Ну, знаете, это в жизни главная цель. Но цель должна быть реальная и следовать к ней. Если у человека есть цель, он обязательно чего-то в жизни добьется. Если человека нет, то цель, он идет в никуда. Вот это самое такое основное. Поставить перед собой цель и просто исследовать. Не нужно хотеть там стать миллионером, потому что, естественно, все не могут быть миллионерами. Нужно себе в жизни, наверное, такое, чтобы было счастье, семья, достаток. И главное, как бы в жизни, чтобы была какая-то стабильность. Если многое хочешь, естественно, этого можешь не получить. Нужно реальные цели ставить и к ним стремиться идти. То есть вы по жизни реалист? Как сказать, как у каждого человека, конечно, хочется достигать большего. Ну, по жизни, да, наверное, я реалист, потому что я понимаю, что нужно идти постепенно к своей жизни. Оно как-то, оно само, когда уже ставишь перед собой цель какую-то, ну, такую более реальную, и идешь потихоньку к ней, оно в жизни само как-то так слаживается, что ты к этой цели доходишь. А какую цель наметила наша следующая героиня, которую зовут Мирослава, мы сейчас услышим прямо из ее уст, из уст Мирославы. Мирослава, будьте добры. Итак, мы продолжаем разговор, начатый с Леонидом Георгиевичем, о целях, о реальных целях или нереальных целях. Будьте добры, это уже как вам угодно. Ну, цели. В целях в своей профессии, можно сказать, практически добилась. После того, как закончила школу, я поступила в Надбузский профессиональный аграрный лицей, где еще на тот момент мы давали 3 профессии по изучению, 3 год я получила официанта, повара и буфетчика, и там же мне предложили остаться работать, так как я была одной из лучших учениц на курсе. И я, проработавши год там же, поступила заочно в техникум.
И моя учеба совсем не мешала работать мне по моей же профессии. Спустя несколько лет я по этой же направлению закончила институт. Я очень люблю свою работу. Я работаю уже в училище больше 15 лет. Много детей выпустила, много чему их научила. Много моих выпускников работает не только в Николаеве, но и по территории Украины. Мы со всеми поддерживаем хорошее общение и в социальных сетях, и в телефонном режиме. И приезжают они ко мне. И я всегда их очень рада видеть, и всегда я их прошу, когда они приходят на первом курсе, прошу, чтобы они определились, хотят они учиться или не хотят. Чтобы они, если они пришли под давлением учиться, это вы сами прекрасно понимаете, профессии не будет. Это будет или поменяют профессию, или просто так вот как бы для галочки учатся. А есть дети, которые действительно учатся для профессии и дальше идут по профессии. У меня есть замечательная группа, которую я до сих пор помню. Вот любовь с моей же группы, выпускница моей. Вот их выпускалось 27 человек, и практически все 27 работают по профессии. И единицы, кто пошли дальше учиться, у всех только одно наше училище за плечами, и все. Просто они, вот, им нравилась эта профессия, они шли, они работали, они отработали все уроки, все практики, какие были, и довольно успешными стали в своей профессии. В училище мы стараемся с первых дней, когда они к нам приходят, мы с ними общаемся, мы с ними пытаемся пояснить, как бы убедить в том, что надо работать, надо идти к чему-то лучшему. Не обязательно останавливаться только на знаниях лицея. Никто же не запрещает идти дальше учиться. Но базовые знания – это то, что как мы идем, получаем сразу после школы. Это база. Дальше уже, если не пойдут в техникум или вот, как я по себе говорю, если я пошла после училища в техникум, ну, техникум – это хорошо, конечно, да, они, но они на основе той базы, что мы даем, они только немножечко разбавляют эти все знания. А если еще пойдешь заочно учиться, вы сами понимаете, как это заочно. Пришел 2 недельки, 3 недельки пописал, поучил, контрольные написал и ушел. А когда ты учишься каждый день, ты живешь там, ты живешь этими всеми знаниями, этими самыми всеми проблемами. Даже некоторые дети настолько привыкают, что они свои же проблемы решают с нами, а не с родителями. Потому что мы им ближе становимся, мы каждый день с утра до вечера с ними. И мы с ними ездим, первые их работы, вот практика, мы с ними ездим, мы с ними живем, мы с ними спим, можно сказать, едим и все вместе. Первые толчки к работе, мы с ними рядом, а не родители. Поэтому как бы они больше к нам, да, еще когда приходят к нам, немножечко они так осторожничают, потому что от мамы пришли к чужой тетке или там к дядьке, как говорится, кто мы им такие. А когда вот мы выезжаем на практику первый год, вот тогда они начинают тянуться к нам, и тогда они уже прислушиваются, чего мы им нашепчиваем, там говорим или подталкиваем к чему-то. Вот так получается, что... Можно сказать, мы их направляем в ту профессию, которую они выбирают. Ну, которые уже совсем не хотят, тогда мы пытаемся им помочь выбрать альтернативу, к чему сердце лежит, куда дальше направляться. Вот видите, телезрители, ваятели душ и даже, можно сказать, судеб. И с одним из главных таких ваятелей сейчас я хочу вас познакомить, Анатолий Владимирович. Представляете, ваятель вы наш, ну расскажите, пожалуйста, как вы ваяете? Ну, давайте начнем с того, что так же самое после школы я поступил, как и все, в Надбухский аграрный лицей, закончил его. Ну и туда в дальнейшем, так как жизнь тогда учила, и преподаватели учились, что все родное, все это наше украинское. Остался мастером, проработал, замом 10 лет проработал, ну и так сложилась судьба директора. Замом по воспитательной работе работал. Если вернуться первоначально к этой теме, которую мы сегодня обговариваем, это противодействие торговле людьми. Значит, цель тогда еще стояла, когда я замом пришел, мы потеряли были одну группу. Вот тогда сильно было развито сутенерство, вот это когда детей продавали за границу, отрабатывали. И тогда уже целенаправленно в училище работали с молодежью, с ее выпускниками. И показывали, что мы можем состояться у себя. Не надо никуда ехать, не надо никуда соглашаться на какие-то дополнительные там посредниками, заработками. Все есть у нас здесь в Украине.
Ну и на сегодня вот выпускники вот наши, которые даже здесь присутствуют, они показывают, что цели можно добиться и здесь, успеха можно добиться и здесь. И даже взять все наши торжественные линейки, которые мы проводим в начале учебного года, в конце, когда выпускаем детей, мы всегда подчеркиваем: дети, вы наши самые лучшие, вы наши будущие, вы наши президенты, вы наши руководители и так далее, и так далее. Жизнь это показывает, оно так и есть. В Нотбукском лицее, благодаря вот даже востребованные те же самые профессии, которые имеют, вот тракторист сегодня, который работает у лучших фермеров, у предпринимателей, сегодня много тех, которые заявляют кадры, они приезжают, они уже детям нашим обещают, что дети, вы состоите здесь. Зарплату мы даем уже на уровне европейской зарплаты. То есть это тот же наш выпускник Зубрицкий, который в сезон зарабатывает свыше 20 тысяч гривен, до 1000 долларов, скажем. Что ехать в ту Польшу работать на 300 долларов, когда у себя в Украине можно зарабатывать такие деньги. Сегодня дети, которые и родители, которые оценивают, что да, реально, Украина состоится, недаром там пацаны на Востоке стоят для того, чтобы Украина развивалась, чтобы у нас была краще, лучшая жизнь, сегодня это все есть. И поэтому каждый родитель, который смотрит в будущее, они обязательно своих детей оставят здесь, в Украине, работать на благо Украины. Анатолий Владимирович, вопрос к вам как к педагогу, как к руководителю учебного заведения. А с чего начинать родителю? Вот с чего начинать? Вот как правильно выбрать учебное заведение? Как ребенка научить действительно правильно смотреть на жизнь? И без розовых очков, и без черных очков. А вот как наш сказал Леонид Георгиевич, реально смотреть на жизнь, но без истерии и без ненависти? Ну, сегодня родителям надо начинать, если строить будущее для своих детей, надо начинать хотя бы с выбора профессий. Не всем быть юристами, не всем быть экономистами. Страна забита ими. Сегодня надо реально смотреть на вещи, выбирать те дефицитные профессии, за которыми будущее. Вот как Мирослава Анатольевна сказала, первую ступеньку, как правило, для взрослой жизни это дает профессиональное обучение. В частности, то же самое и мы своим детям говорим. Сначала у нас получили профессию, потом дальше выбирает быть работником просто или кому-то высшее образование. Когда проходят у нас обучение, все видят, допустим, что много у нас детей поступает в высшие учебные заведения, но они уже выбирают по профессии, по той, которой учатся. Они видят перспективу. Вот те практики, которые мы детям организовываем, родители интенсивно подключаются, вот это все наблюдают. И много наших детей, предпринимателей, руководителей, некоторые ушли в администрацию и президента работают, некоторые, вот, насколько я знаю, характеристики подписываю, просят у нас информацию по ребенку, допустим, в обладминистрациях, в разных областях работают. То есть все зависит от того, как правильно сориентировать ребенка со школы и как родители на это все смотрят. Ну и родители должны понимать, что есть такая профориентационная работа, которая начинается с 7 класса, вот более усиленно. Психологи занимаются, социальные педагоги занимаются. Они диагностируют, что есть в вашем ребенке, к чему у него есть задатки. И самое главное, наверное, советы родителям – это слышать своего ребенка, смотреть, что ему нравится. И если он говорит, что ему нравится, дайте ему возможность. Если он говорит, что я хочу стать актером, устройте его в какую-то театральную студию, пусть он там попробует, ему понравится, не понравится, и он скажет, а я хочу, например, работать лобзиком. Ему понравится это, и вы отправите его в профессионально-техническое училище. То есть слышать своих детей и быть к ним внимательным. Вот это, наверное, залог того, чтобы мы не ломали судьбы, не ломали детей, и те задатки, которые есть у детей, мы их развивали. Наверное, это будет основой для родителей. Сьогоднішні наші герої довели до вас, друзі, що можна бути щасливими в тому місці, в якому мешкаєш, і ділитися цим щастям зі всіма, хто цього бажає. Я, Ніна Дрошевська, прощаюсь з вами. На все добре.